С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Праздники. Осень – это праздники. Это, в общем-то, хорошее настроение, это песни, это семейные застолья, это прекрасное, можно сказать, времяпровождение в кругу своих друзей, близких. И мне показалось, в этом плане интересно бы встретиться с семьей, которая, с одной стороны, поет, с другой стороны, имеет хорошие традиции музыкальные, семейные, имеет хорошую историю. И в понедельник вообще приятные гости. Это, в общем-то, дар. Так что сегодня мы с вами имеем такой подарок. Мы имеем сегодня у нас в гостях Михаила и Надежду Бараевых. Михаил – певец. Надежда тоже стала певицей. Но в любом случае у нас с вами сегодня есть возможность хорошую музыку послушать, поговорить о семье, поговорить о традициях семейных. У нас в гостях, к тому же я хочу сказать, что это семья выходцы из бухарских евреев. А там особо такие глубокие, приятные и впечатляющие традиции и привязанности. Так что сегодня у нас в гостях Михаил и Надежда, певец и его жена. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не сразу начинаете петь, хорошо? Вначале мы с вами немножко хотя бы поговорим, чтобы наши телезрители с вами познакомились. Но прежде всего хочу спросить вас. Скажите, пожалуйста, как давно вы в Америке? Вот, Надежда, скажите. 13 лет. 13 лет. И Михаил, вы? С 2002 года. То есть я должен посчитать, 13 лет получается. Вы муж и жена. Не так давно вы стали мужем и женой. И если вначале Надежда не пела, да? Нет. Не до песен было. Ну, у меня всегда была тяга к песне, но как-то я скрывала это, стеснялась, наверное. Ну вот благодаря Михаилу вы раскрепостились, да. И раскрылись. Да. Хорошо. Но я вот что хотел спросить. Вы семья бухарских евреев. Скажите, пожалуйста, вот вы как женщина, как хранительница очага, женщина в доме, это главный человек, конечно. Да? Прежде всего, бухарская семья. Скажите, пожалуйста, вот бухарская семья, как вы считаете, она отличается чем-нибудь от других семей? Обязательно. Не обязательно еврейских, это могут быть, я не знаю, пуэрториканские, испанские и так далее. Бухарская семья, это что-то особое? Могу однозначно ответить, что да. Хорошо, отличается. Тогда вы должны доказать. Вот что-нибудь такое, что вы видите в бухарской семье. Быть бухарской еврейкой – это звание. На самом деле, да, потому что у нас очень много традиций, которые надо соблюдать. Даже если ты не можешь и не хочешь, их надо соблюдать. Ну, например? Например, Пасха. Песах. Песах, да. Например. А почему? Пасхальные праздники соблюдают все, и даже христиане, и даже только ислам. Например, кошерная еда. Тоже евреи все соблюдают? Не все соблюдают. А вот ну, по крайней мере, это почему-то... не обязательно бухарского. Ну да, не знаю, вы знаете, кажется, что все равно как-то наши бухарские евреи, они более соблюдают традиции. Вы знаете, я как-то был приглашен в гости в субботу, на пятницу вечером, на субботний как бы вечер, да, захода субботы, в бухарскую семью. И вот что мне понравилось. Мне понравилось, как сын чистил яблочко и подавал маме, потом почистил папе, и потом подал мне. Тоже почистил и мне дал. Молодой человек, лет, наверное, ему, там, я знаю, 17 было, 16. То есть я в этом видел какое-то такое особое отношение к взрослым. Это и есть традиция в наших семьях. Это на самом деле с детства воспитывают наших детей. И нас так воспитывали уважать взрослых, уважать гостей. А в первую очередь уважать маму и папу, конечно же. А без этого как? Да, без этого как. Хорошо, Михаил, скажите, пожалуйста, а вы приехали откуда? Я приехал из Узбекистана. Узбекистана. С Ташкента. И ваша семья имеет традицию, кроме вот бухарской традиции, о чем говорит как бы женщина, у вас есть музыкальная традиция, у вас есть история семьи, у вас все были музыканты? Все. Потому что у меня на столе есть много фотографий, которые... как бы о вашем рассказано о вашем отце, и я хочу даже попросить показать сейчас видео такой маленький, у нас есть видеоматериал первый, где еще старые хорошие времена, когда ваш отец
Его снимали даже черно-белой пленкой, тогда это было. Да, пожалуйста, покажите нам первый видеосюжет об отце. Как звали вашего отца? Авнер Бараев. Авнер Бараев. Народный, да? Артист. Да. Вот, пожалуйста, мы посмотрим. Вы тоже можете посмотреть. Скажите, пожалуйста, вот это немножко, видите, даже качество будет страдать, но это очень давнее, потом будет лучше. Пленка очень давняя. Когда? Сколько это лет назад? Как это очень много лет тому назад. Лет 40? Больше. 50, больше. Да, больше. Да, меня еще на свете не было тогда. Вау. Да, это... вот это вот, вот он играет на... Это бубен, да, называется? Это дойра. А, дойра. Дойра, окей. Я понимаю так, что он... Вот у нас есть это вот черно-белый, это как бы давний, а вот сейчас у нас есть еще один видеосюжет. Это... Да. Сейчас нам его тоже покажут, пока его подготовят. Я хотел вас спросить, это народный инструмент Средней Азии? Это народный инструмент Узбекистана. Или вообще там в общем, все, это все. И азербайджанцы применяют, и армяне применяют, и грузины применяют. Но евреи, мне казалось, в еврейском ансамбле такого нет. Бухарские евреи именно тоже применяют, евреи. Это да? Называется дойра. Мой отец объездил с этой дойрой весь земной шар, можно сказать. Вот, объездил с Галией Измайловой, народный артист. Давайте мы посмотрим вот сейчас, но теперь уже это будет в цветном изображении, поэтому вы сможете почувствовать. Из кинофильма «Голубые минареты». А, это даже из фильма «Голубые минареты». Да. «Голубые минареты». Пожалуйста. Это тоже ваш отец? Это мой отец. Спустя еще сколько-то лет, это да? Это где-то 72-е годы. 72-й год. Да. Вы говорили о том, что его даже наградили орденом Ленина. По просьбе Иосифа Виссарионовича. Он встал во дворце съездов в Москве и, аплодируя, приподнялся с места и сказал: «Орден Ленина Авнеру Бараеву». Да. Это хорошо, что он не сказал расстрелять. Не дай бог. Но, слава богу, жизнь прекрасная у него. Но смотрите, вот он один инструмент, я боюсь, что я могу произнести неправильно. Одна, второй. Вторая, дойра. Да. Дойра, да. Одна дойра, вторая дойра. А три дойры? Три-четыре дойры он одновременно играл. Даже на пяти тоже играл. Пяти? Да. Здесь на трех дойрах он играет. Я никогда не видел его. Да, он сам это все виртуоз, создал, он виртуоз создал. Он просто был один из уникальных. Из создателей, да? Трех-четырех бубнов, это мой отец Авнер Бараев. На то время он был единственным. А сейчас есть такие люди, которые играют? Сейчас ученики, мой брат Яков Бараев, да? Мой старший брат Исаак Бараев. Угу. Вот, и даже внуки, правда. И наши внуки, правда. Но скажите, пожалуйста, это ваши, ну, в смысле, внуки, правнуки, они же здесь живут теперь, в Израиле? Да. Все? Здесь. Ой, и в Израиле и в Израиле, Америке. И что, они продолжают вот эту традицию игры? Да. Да. Вот я смотрю, девушка, не знаю, ему третья. Да. Да. Вот, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А это... что, так тяжело уезжал? Ну, конечно. Этот фильм снимали для заграницы, «Голубые минареты». Его в Советском Союзе не показывали в то время. Почему? Просто случайно нам попалось... А почему не показывали? Не знаю. Там все было на английском, все. Единственное, где показали, говорят, в Самарканде во время кинофильма, в журналом показали этот фильм. Понятно. И понятно. Вот оттуда мы это потом вот как бы достали. Да. Хорошо, у нас есть фотографии вашего отца, мы посмотрим еще. Но я хочу немножко и о вас, поскольку традиция семейная, она касается не только отца, и не только мы вернемся к нему и к вашим братьям, но и ваша семья, это тоже создание традиции. И вы сейчас поете вместе, хотя я знаю, что Михаил, вы как бы профессиональный и много лет занимающийся этим певец. Я много лет. А Надежда... Надежда не пела раньше. Она Надежда. Раньше не пела. Я не пела раньше, но у меня всегда была тяга к музыке. Я как-то стеснялась петь. Однажды я попробовала спеть, но как-то в моей прошлой жизни меня не поддержали. Uh-huh. И я забыла об этом совсем, пока не встретила Мишу. И мне захотелось Мише сделать сюрприз. Я спела ему на нашу свадьбу. Сюрпризом. То есть он не знал, что вы поете, нет, и вдруг на свадьбе... И вдруг на свадьбе я ему спела итальянскую оперную песню «Конте Портеро». Это был, конечно, шок для всех, особенно для Миши.
Вы не передумали жениться в тот момент? Ни в коем случае. Но вдруг сюрприз не оказался... Обычно сюрпризы бывают приятные. Приятные. Да. Понятно. Я делаю только приятные. Ну, давайте тогда мы сейчас послушаем, поскольку все-таки хочется. И у нас есть песня, которая называется «Проливным дождем». Вы ее поставили первой и хотите ее представить. Вы поете там вдвоем? Вдвоете мы поем. Да. Эту песню специально Да, но у нас нет, к сожалению, видео. Это у вас все еще впереди, поэтому вы будете петь... Да. Ну, как бы под музыкальное сопровождение здесь, в студии. Угу. Хорошо? Да. То есть те песни, которые у нас будут. Окей. У нас песня первая «Под проливным дождем». Эту песню нам написал Вито Диани. Как в мечтах я растворюсь в твоих объятиях. Нежный губ, тот сладкий вкус мне не забыть. Об одном тебя прошу я, заклинаю. Будь моей, не без тебя уже не жить. Проливным дождем обвечает нас осень нежностью. И любви огнем нас окутает неизбежностью. Словно два крыла наши две души над землей парят. И неважно все, прошлого уже не вернуть назад. Как и ты, был просто странник. Пыль дорог еще должна с меня сойти. Жил, как волк, на сердце боль от старой раны. Только ты мне помогла себя найти. Проливным дождем обвечает нас осень нежностью. И любви огнем нас окутает неизбежностью. Словно два крыла наши две души над землей парят. И неважно все, прошлого уже не вернуть назад. Я уверен, что много сейчас людей, которые готовы вам поаплодировать. Это прекрасно. Спасибо. Вообще это хорошо. Я понял, что это хорошо, когда муж с женой поют вместе. Это очень хорошо. А когда в доме вы находитесь, вы ссоритесь? У нас не получается. Только песни. Мы все переводим в шутку. Мы все переводим в шутку. Да? А я думал, когда вы хотите ссориться, вы начинаете петь. У нас просто не получается, понимаете? У нас не получается ссориться. Мы пробовали, у нас не получается. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот я бы хотел немножко
немножко как бы заглянуть внутрь семьи бухарских евреев. Угу. Я не очень хорошо это знаю, и многие наши телезрители не знают, но все-таки традиция куховарения домашнего, она осталась или сегодня ритм жизни поломал ее? Вот это как раз то, о чем я вам хотела сказать, что еврейские, бухарско-еврейские женщины, они особенные. Потому что, несмотря на ритм жизни, несмотря на то, что они все работают, несмотря на то, что они все рожают детей и воспитывают так же, как это было в Союзе, они продолжают все традиции, они продолжают готовить дома, они продолжают делать все так, как это было, как это было с нашими бабушками и дедушками, как они нас учили. Вот это наша особенность. Да, но время, что у бухарской женщины-еврейки больше, чем у... У кого-либо другого? Нет, абсолютно нет. Вот даже Миша может сказать, что когда я только прихожу с работы, я тут же переодеваюсь, умываюсь и бегом бегу. Куда, Миша? Сразу в кухню. На кухню. Вам это нравится, Михаил? Ну, конечно, нравится. Но он мне во всем помогает. И готовить, и убирать, и петь. А это принято в бухарской семье помогать? Что мужчина помогает готовить, убирать? Вы знаете, это очень индивидуально, но у нас это да. А вообще, насколько я знаю, бухарские мужчины, они все умеют хорошо готовить. Ну, я не могу сказать все, но в основном. Ну да, вообще, я знаю, да. Что восточная традиция, да, говорит, что мясо, например, режет это только мужчин, мужское. Да. Иначе... И даже, знаете, что я вам скажу? Можно сказать, что если сготовил мужчина, то это намного вкуснее. Вам? Мне, или например, всем? Да. Я, например, очень уважаю таких мужчин, да, которые готовят. То есть Миша у меня один из таких. Один из таких. Да. Хорошо, Миша, а вы успеваете песни писать, я не знаю, записывать что-то, я успеваю, участвовать в каких-то музыкальных праздниках, или вы только вот помогаете жене? Мы находим для этого времени, правда, я очень трепетно отношусь, я писать? Просто самокритик. Угу. Мне, чтобы спеть песню, это не просто взял, поставил тетрадочку и спел. Для меня это очень... дается нелегко, потому что я должен спеть на уровне. Если я чью-то песню спел, перепел, допустим, да, например, я должен, значит, ее сделать лучше, чем она есть, но не хуже. Также и к своим песням, вот, которые нам пишут Вито Диани, Арсен Касиев. Они мне сегодня пишут песни, я надеюсь на они то, что... Они специально пишут да, на вас, для вас. Для меня, да. Они знают ваши возможности, скажем так. Да, когда мы первый раз познакомились с ними, они говорят, а как можно услышать вас, чтобы мы имели представление, в какую музыку вам писать. Я им сказал, зайдите на YouTube, наберите мое имя, и вы все поймете. Они уже автоматически пишут песни и говорят, что мы знаем твои тональности, мы знаем все, нам ничего говорить не надо. А какие песни вы любите петь? Я люблю петь песни, например... Про любовь. Про любовь. Да. Я люблю песни Александра Серова. Мне очень нравятся его песни, понимаете, я вообще люблю этого певца, он подходит по моему стилю. Люблю итальянские песни Андреа Бочелли. Вы учились этому где-либо? Я самоучка, если честно. А вообще-то я... Ну, музыкальная семья, да, я понимаю, что это традиция, в прошлом как бы, я... с кровью передается. Да, в прошлом я пианист, учился в музыкальной школе. Потом, значит, дальше пошел учиться в театральный институт, там... Работал концертмейстером одновременно и учился по сценическому движению. Играл на аккордеоне? Вот, играл на аккордеоне, играл на дойре. Вот, а, вы понимаете? Тоже играли на дойре, да? Да, я тоже. Я вообще-то в на одной или дайрис, на трех? На трех я даже и не пробовал, потому что это нелегкий труд. У меня просто мой отец, он был акробатом. Понимаете, жонглёр, да. Там жонглёрское искусство. Я помню, мы были маленькими детьми, он нас всегда как за место гири поднимал. С одной стороны моего брата Якова и с другой стороны меня. Ну, это ему дано. Просто это такой одаренный человек, как мой отец, по-моему, в ближайшие 100 лет. А мама ваша не пела, не играла? Моя мама была администратором всего этого, то, что делал мой отец. Моему отцу вообще-то повезло с мамой. Мама у нас была как мама, и как жена, и как бабуля, и менеджер, и распределяла концерты всем музыкантам города Ташкента, понимаете? Мой отец мог смело оставить мою маму и уехать за границу. Он разъезжался по 7, по 8 месяцев, по 9 месяцев. Мы практически его не видели. Вау. Он объездил весь земной шар, это наш отец. Ему нравилось это? Ну, не это то, что нравилось. Он работал в театре
в Новаи имени Алишера Наваи в Театре оперы и балета в городе Ташкенте. Он много лет проработал свыше 52 лет. Скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, много объездил стран, работал в центральном, главном театре, известном Наваи, но ведь он был еврей. Антисемитизм, дискриминации, это не коснулось никак его? Это никак не коснулось, потому что он был очень покладистым, мой отец. Потому что достаточно быть покладистым, и все, антисемитизма нет? Смотрите, ну, сейчас, если об этом говорить, можно многие вопросы затронуть. Я думаю, что лучше не говорить об этом. Потому что, когда мой отец, он вообще-то с 11 лет работал в ТЮЗ-театре. В Самарканде, театр имени юного зрителя. Потом была такая народная артистка Тамара Ханум и Усман Юсупов, глава, да, как бы. Они, да, известные люди. Они моего отца забрали, значит, с Самарканда привезли в Ташкент. Но он в одно время работал в Москве у Игоря Моисеева тоже. Угу. Он там где-то проработал несколько лет, после чего он вернулся в Ташкент. И была такая народная артистка Советского Союза Галия Измайлова, хорошая танцовщица, он с ней объездил, можно сказать, весь мир. Прекрасно. Ну хорошо, давайте послушаем тогда еще песню, может быть. Вот тут называется песня «Дуэт», это из второго диска. Вы тоже поете там вдвоем? Да, мы там поем. «Контепортеро» – это вот как раз та песня, которую это, я сделала ему на свадьбу сюрприз. А, это и есть сюрпризная песня. Это и есть «Контепортеро». Но вы уже привыкли к сюрпризу, поэтому вы сейчас не будете плакать. Он не удивится. Он меня подпоет немного. Это песня Андреа Бочелли и Сару Брайтман. Она просто решила для меня сделать сюрприз. Понятно. Хорошо. Итак, песня называется «Дуэт». «Дуэт». «Контепортеро». Да, пожалуйста, давайте послушаем. Quando sono solo sogno l'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che luce, luce l'una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sì. Le finestre mostrai il mio cuore che è acceso. Dentro me la luce che hai incontrato per strada.
права. Скажите, это можно так подготовить песню, чтобы будущий муж ничего не знал? Да, 3 месяца я пряталась от него и ходила по углам, чтобы он ничего не знал. Но мне кажется, вы прекрасно поете. Спасибо. Здорово. И удивительно, что до этого... А чем вы вообще занимались? Вы что-нибудь... Чему-то учились, вообще, занимались чем-то? Человек творческий. Я, будучи живя в Союзе, я работала, опять-таки, в творческой сфере, художником-оформителем, фотохудожником, фотохудожником, фоторетушером. У меня много было специальностей дизайнерских. А сейчас вы все это дело забросили? Да, я приехала сюда и как-то... У меня была еще какая-то такая увлечение было с детства. Я любила стричь своих кукол. Потом я стригла своих детей, потом я стригла своих друзей. И так у меня получилось, как бы у меня было хобби стричь. С детства любила ножницы. Мне бабушка говорила, она будет хорошей портнихой. Но она чуть-чуть ошиблась. Приехав сюда, мне нужно было иметь какие-то деньги. Я поступила в институт и начала работать в парикмахерской просто без всякого лайсенса, без ничего. У меня были здесь друзья, которые приняли меня на работу. И я научилась очень хорошо стричь, и я поняла, что это хорошие деньги. И Но я вы сейчас как продолжаете? Бы, продолжаю, да. Так мое хобби перешло в мою специальность. Я надеюсь, что... Только в свободное время вы поете или в свободное время вы стрижете? В время я пою. Поете. Это мое хобби. Я надеюсь, что это мое хобби второе, пение, оно тоже перейдет скоро в профессию. Понятно. У нас есть несколько фотографий, я хотел вам показать. Несколько фотографий, которые вы как бы... где вы вместе, это, по-видимому, свадебная фотография, да. Если нам покажут. Пожалуйста, номер 1, первая фотография вот с сайта номер... Это нет, это видео. Хорошо, давайте посмотрим эти фотографии. Это вот нам... сценическая фотография. Да, это вот немножко мы как бы с фотографиями. Нам лучше первую, это уже вторая фотография, нам предыдущую хорошо бы посмотреть, в которой у нас сейчас, ну, в любом случае, скажите, пожалуйста, Михаил, пока там меняется что-то, это разные, я знаю, шоу, в которых вы участвуете, да? Да-да-да. Вот вы поете, в данном случае я смотрю, что это не ваша жена. Нет, это не моя, это певица наша. Да, то есть вы не всегда поете со своей женой. Она народная артистка Украины, Ирчик. Скажите, пожалуйста, а вообще вы поете какие песни? Я пою армянские, азербайджанские, грузинские, иранские, узбекские. А из чего вы исходите? Вот вы берете, например, азербайджанскую или армянскую песню. Грузинские. Из чего вы исходите? Я исхожу из того, что мы родились все в Узбекистане, в бывшем Советском Союзе. Мы это слушали всегда по радио. Индия, Турция, Армения, Грузия, Азербайджан. Вы привыкли, чтобы это было? С вами Борис Стелцер, и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня такой с вами теплый, как естественно для понедельника утро, теплый, хороший домашний разговор. И участвуют в нем наши гости Михаил и Надежда Бараевы. Они семья, муж, жена. Михаил всю жизнь пел, вырос в музыкальной семье, а Надежда всю жизнь мечтала петь. И когда, наконец, она встретила Михаила, то запела. И как мы с вами убедились в первой части передачи, в общем-то, поет она неплохо, действительно неплохо. Но мы говорим о семье, о традициях, о том, как семья, ну, как бы поддерживает эти традиции, передает поколениям. Вот меня попросили вернуться еще раз к отцу Михаила. Звали его еще раз? Авнер Бараев. Авнер или Авнер? Авнер. Авнер Бараев. Да, вот у нас есть фотографии, где Авнер Бараев в таких костюмах. Это все узбекские костюмы. Вот, пожалуйста, да. Там на экране вы можете тоже смотреть. Да. И мы вместе с вами немножко как бы порассуждаем о той жизни, которую прожил ваш отец. Это узбекские костюмы, да? Да. Узбекский халат, узбекский... Да. А вообще он... Был в душе евреем? Или ну, конечно. Он только ездил, что он уже забыл, какой национальность? В душе он сын Мурдухая и Леи Бараевых. Понятно. Вот у нас много фотографий, поэтому мы сейчас вот быстренько... Это он, да, в молодости? Да, это в молодости. Молодой, да, вот
С Галией Измайловой, народной артисткой, мой отец. Они всю жизнь вместе разъезжались по... Да. Ну, а сейчас вот прямо мы близко его увидим. Вместе с... Третья следующая фотография. Следующая фотография у нас. И он будет у нас... Я уж теперь считаю, сколько. Два. Это два. Ну, скажите, пожалуйста, вот его лицо. Это разве еврейское лицо? Оно больше, мне кажется, вот узбекское, нет? Нет, чисто еврейское лицо. То есть сразу было, вы сразу поймете, что вот это еврей. Там и есть много фотографий, где он похож на Чарли Чаплина. А, да? Да. Ну, я же говорю, много ездил. И, у нас есть следующая фотография, сейчас будет следующая фотография. Это, по-видимому, его ансамбль, да? Вот это ансамбль? Да, это мы. Это тоже ансамбль, да? Это мой брат. А, вот так, да? Это я, это его А, внук. Вы здесь есть даже? Да, мы здесь вот слева. А вы это да. слева вверху, слева, левый угол верхний, да? Да? Да. Брат сидит. С правой стороны, с левой стороны это мой племянник, сын моего брата, Лазарь Бараев. А, это семейный ансамбль. Да, это семейный, да. Ой, шестиконечные. Вот это уже халат, я вижу, все-таки это еврейский халат. Да, это еврейский халат. Шестиконечные звезды уже здесь. Да. А тут уже все понятно, да. И у каждого есть свой инструмент. А сейчас вы собираетесь как-нибудь, нет? Играете? Ну, конечно. Вместе? Я всегда... Вот с семьей? Ну, конечно. Да. Мы вместе всегда. Со старшим братом, со средним да. братом. Вот следующая фотография у нас. Ваш отец вот справа, да? Да. Ну, моложавый мужчина. Это орден у него Ленина? Нет, это не орден Ленина. Там... А что-то мы не видим фотографию с орденом Ленина. Он что, мало снимался с орденом Ленина? Нет, он вообще-то стеснялся всегда. Стеснялся? Да. Там, по-моему, есть. Просто надо там разглядеть. Просто нет, там не орден Ленина. Или мы не дали туда. Там другие какие-то, да, другие ордена. А это что? Это ансамбль, это где-то... Это театральное театр, да, да вот, которое они гастролировали. Да. А скажите, он сам ездил или, нет, или они... он с ансамблем? Вот театром, с этим ансамблем и в паре с Галией Измайловой. Угу, понятно. И вот последняя фотография из этого большого цикла. Я не знаю, как нашим зрителям хорошо видно, но это... Фестиваль. Это фестиваль молодежи и студентов. О, как давно это было. А он у нас идет посредине. Да. Молодой такой джигит. Да? Там даже написано год, когда это. Молодой Его. Джигит. Это, да, фестиваль. Да, очень интересно, очень интересно. Окей, прекрасно. Так вы говорите, что вы сейчас тоже собираетесь вот с семьей и вместе играете? Ну, конечно. И поете, играете? А у меня старший ну, брат. Ну, как часто? Вот последний раз, когда вы собирались? Вот мы собирались позавчера в ресторане моего брата Исака Бараева. Он открыл новый ресторан в Бруклине, называется «Султан Он не Палас». Называется, мы не говорили, как он так. называется. Вот, да. И мы там собирались, пели, и играли, и веселились. А, то есть вот так, да? А вот да. дома? Дома тоже собираемся. По праздникам. По праздникам собираемся вместе дома. Любые праздники мы всегда вместе. Братья, сестры. Сестра у меня тоже хорошая певица. Она пианистка, Роза. А можно сказать, что вот бухарская, как бы, как сказать, комьюнити, она музыкальна. Она поет и играет чуть ли не, скажем, все. А там у нас кто вообще... не на кухне, тот поет. Бухарские, они просто богом одаренные люди. Любому во двор зайди, постучись, дай им в руки дойру или какой-нибудь инструмент, они будут вам играть. Они очень одаренные, на самом деле это так. Да. А вот между собой, вот семья, вот ваша семья, да? Ваша семья. Это много, это, дай бог, как бы не считает, сколько есть. А с другими семьями, насколько вот контакт в общине бухарской, вообще в семье, семья с семьей, других там соседей и так далее? Очень хорошие даже. Я помню, когда я был еще маленьким ребенком, мы жили в Ташкенте, у нас было очень много, значит, соседей узбекской национальности. Они даже хотели, чтобы мы накрывали стол по-бухарски у них на свадьбе. Они однажды заставили мою маму накрыть стол чисто по-бухарски. А что значит по-бухарски? Вот, ну, по-бухарски фаршированная рыба, допустим, красиво приготовленная курица, допустим, там баклажаны, там, ну, все самое такое. А вот есть такое понятие бухарской кухни сегодня, сейчас, когда очень модно говорить о здоровье, о healthy food, о здоровой еде. Она же вся ведь, мне кажется, такая, знаете, очень вкусная, это первое. Но она жирная. Она очень жирная. Да.
Значит, это уже сегодня уже не очень здоровое. Да. Как молодежь к этому относится? Ну, смотрите, сегодня молодежь, они едят, и баранину едят, и говядину едят. Единственное, что они делают, стараются не есть жирную пищу, как-то обходят это стороной. То есть, все-таки поветрие такое есть, да? Да. Влияет общее. Но мы привыкли, если честно, как-то... Я люблю жирные песни. Гурман вкусно поесть. А зависит, да, песни становятся более такие приятные, если хорошая еда и хорошая. А скажите, пожалуйста, вот многие, наверное, живут в Израиле, да, члены семьи Израиля, кто-то живет здесь, в Америке. Как часто встречаются люди, живущие, вот братья, сестры, там, члены семьи, которые живут в Израиле и живут здесь? Есть какая-то, я знаю... какие-то события, которые обязательно приезжают, обязательно туда ездят. Как вообще это? События есть. Вот я совсем недавно был вместе с Наденькой в Израиле. Нас пригласили туда на свадьбу. Меня пригласили как певца, музыканта. Uh-huh. Я собрал там коллектив. Но это было, это были родственники? Это были более чем родственники. Это друзья, которые вообще любят, почитают, уважают. Это мои поклонники и поклонницы. Вот вы сейчас сказали «более чем родственники». Мне казалось, более чем родство в бухарской семье не бывает. Бывает. А что, бывает еще дружба? Это еще более? Вы просто не представляете себе. Вот Наденька со мной там была первый раз. Она просто была в таком удивлении, в восторге, что вот мои друзья настолько меня любят. Приглашает. Они увидели меня, они стали делать вечера. Кто-то там сделал... А почему? Почему вот такая любовь к вам? Ну, чем вы это объясняете? Я вам объясню. А потом вы скажете. Я вам объясню, потому что я просто знаю, что они любят. И что им преподнести. И как. Это ваше личное? Это или это вообще ментальность людей, это вот, живших на Востоке? Это мое личное. Я просто знаю, что они едят и как. И как это преподнести, и как это подать им. Они меня любят за то, что я им даю то, что они хотят, что они любят. Не просто вот, например, я, например, знаю много песен, прихожу на вечер, на какой-нибудь банкет, на какой-нибудь юбилей, обращаю внимание на людей, вдохновляюсь. Вы думаете, эти все песни я пою? Нет. Есть такие песни, которые не нужны там. Из 100 песен, может быть, там 10 песен пройдут. Вы чувствуете... атмосферу, зал, да. Людей, вы видите, или что за люди, поэтому вы понимаете. Я все делаю так, чтобы каждый человек получил возможность вкусно поесть и вкусно послушать меня. Надя, скажите, пожалуйста, а что вот вы, как вы считаете, что такого особенного в Михаиле, что вас так поразило? Удивило, что вот в Израиле так к нему хорошо относится. Почему вы думаете? Я так думаю, что мне, конечно, виднее, потому что я ближе всех нахожусь к Мише, и я лучше всех его знаю. И я считаю, что Миша был сделан с любовью своими родителями. И его родители ему подарили любовь и сделали его красивым и обаятельным мужчиной. А в другой бухарской семье, а в других семьях, разве это не так же? Вы знаете, что Миша ведь поет. И Миша знает, как это преподнести, действительно. У него очень много поклонников и поклонниц. Он принадлежит народу. Меня это совершенно не смущает. Я рада этому, потому что Миша очень порядочный человек в душе. И я знаю его возможности, его желания. Ну, смотри, и все это можно предупредить. Бухарская семья, она такая вот крепкая. Интересная, хорошая. Крепкая, да. Хорошо, тогда давайте мы споем что-нибудь. Мне самому захотелось. Называется песня «Как ты красива». Что это за песня? Песня о нас, Наденькой. Мы, как бы, мой поэт и композитор Вито Диани написал эту песню про нас двоих, про ее зеленые глаза. Хорошо? С красотой твоей сравнится лишь заря, душа. Чудо на земле лишь для меня. Тебя так нежно обнимаю. Говорю опять волшебные слова. Ах, как тебя я обожаю. Как ты красива, как
как ты прекрасна, любовь пришла к нам, и не напрасно, как ты красива, со мною рядом, и ничего от жизни мне уже не надо. Как ты красива, как ты прекрасна, любовь пришла к нам, и не напрасно, как ты красива, со мною рядом, и ничего от жизни мне уже не надо. Ну, тут есть такие слова, и ничего от жизни мне уже не надо. Ну, это же неправда. Ну, я понимаю, как ты красиво. И вот ходит мужчина по дому в бухарской семье, и жена только что-то хочет сказать, а он говорит, как ты красива, как ты прекрасна, и все. Уже ничего не надо. И больше ничего не надо. И не надо уже колоть дрова, носить воду, ничего не надо. Да, правда? Если приспичит, и дрова будем колоть для такой очаровательной Наденьки. Да, прекрасно. Все руки мастер. Все дома делает. А вот у нас есть фотографии. Фотографии, потому что вот мы, он хотя и говорит, что ничего от жизни ему больше не надо. На самом деле он и поет, и он и ансамбль имеет, он и песни сочиняет. Так что это не совсем так. Кое-что еще надо, да? Да. Значит, вот мы видим тут, вернемся опять к фотографии, которые мы с вами уже смотрели. Пожалуйста, покажите нам. Вот. Это вы сказали, что это украинская, да? Да, это украинская певица. Ирчик. Она живет в Бруклине, она народная артистка Украины. Угу. Хорошая певица. Так, и наш вот. Друг. Хорошо, и ваш друг. Следующая у нас фотография. А это народный артист из чего? А это Джулиетта, Джулия, тоже певица.
Она живет здесь, в Нью-Йорке, с нами тоже работает. Вы много, много. Даже вот я смотрю, что у нас есть, это вот следующее, это у нас даже есть афроамериканские. Да, это афроамериканская. Да, да. Это хороший тоже. Но я смотрю, у вас украинские, афроамериканские, у вас интернациональное такое выступление. Вы любите, как вы сказали, выросли в такой интернациональной среде в Азербайджане. В Узбекистане азербайджанские. Следующая у нас фотография тоже. Это кто у нас? Это тоже Джулия. А, это она же, да? Да, она это же. Понятно. И тут у нас есть такой, такая фотография, где вы в окружении двух прекрасных. Следующая фотография у нас двух прекрасных девушек. Это уже кардебалет какой-то. Это наши танцоры, это балет. Так что в жизни вам кое-что все-таки еще надо. И последняя фотография у нас это диск. Это диск. А, это вот, наша свадьба. А вот ваша свадьба. Да. Вот она где. Мы ее потеряли, эту фотографию. Это вы на своей свадьбе? Это на нашей свадьбе. Нам поет наш друг. Да. А песня. Вы поете в этом? А он тоже поет. Как ты прекрасно. Да. Певец, да. Он тоже певец. Хорошо. И последняя у нас есть фотография. Это у нас... А, нет. Что-то у нас как бы... DVD. Там есть такая обложка DVD. Что-то не получается. Хорошо. Вот просто у нас есть возможность посмотреть то, что... Вот. А, вот она. Вот а это она. Наш автор Вито Диани, который пишет нам песни. Исключительный да? человек. Поэт, композитор. А где он живет? Он живет в Москве, он живет в Ашхабаде, он везде живет. В Киеве тоже бывает, он везде живет. Человек, просто который... у него Вито Диани, да. Такой итальянский такой, да? Да, Вито Диани, его зовут Вита, Виталик. А, Виталий, а, я думал, Вито Диани, прекрасно. Прекрасный человек. Понятно. Но у нас времени не так уж много осталось. Мне очень приятно, что у меня в гостях и у наших телезрителей была семья, муж и жена, певец и его супруга, которая запела рядом с таким Спасибо. Мужем. Хорошей вам жизни, хороших вам творческих успехов, Спасибо. И чтобы все было у вас так, как вы себе это намечаете. Спасибо. Сколько вы уже женаты? Больше, чем полтора года. Больше полутора лет. Ну, это прилично. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое за передачу. И вам, уважаемые телезрители, я признателен. Я думаю, что вы получили удовольствие от песен, от начала недели. Так что спасибо за то, что это утро вы провели вместе с нами. И с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. До новых встреч по понедельникам.